Друзья, всем привет! Я начинаю новое видео. По названию вы, наверное, поняли, может и не поняли, что я хочу вам в этом видео показать. В общем, я сейчас буду делать стрижку. Сейчас я делаю ногти. Сейчас я вам покажу. Я наращиваю их. Блин, волос прилип. Так как я сейчас работаю, то есть я параллельно. Вот, вот такое вот у меня наращивание получается. Нежненькое такое, чтобы когда отрастали, не видно было. В общем, вот я довольна. И длину немножко прибавила, потому что здесь у меня вообще разрушен ноготок был. И вот постепенно делаю. Здесь тоже также меняю один с этой руки, другой с этой руки. Педикюр я уже сделала. Тоже, кстати, вот такой вот нежненький. Вам, наверное, не видно будет, но ладно. Не суть важно. И, в общем, у нас будет... О красоте. Обещала вам показать уход. Покажу, что я делаю. Мне пора перенаращивать ресницы. Сейчас я столик подвину, чтобы подойти поближе к зеркалу. В общем, вот так сейчас реснички у меня выглядят. Мне их уже пора перенаращивать. Поеду 25-го. И мне нужно будет сейчас сделать бровки тоже. Но мне их подкрасить надо будет и коррекцию. Волосы у меня... По поводу волос. Сережа мне сейчас забрал краску. Волосы у меня вот настолько, мои уже отросли. Далее другой немножко цвет у меня тут. И мои, я вижу, прям светлые. Покажу, какую краску я взяла, покупала ее на Валбересе. Давно я на нее смотрела. Я хочу сделать себе каре. И Сережа мне сейчас еще поедет, купит в профессиональном магазине ножницы. Для того, чтобы я постриглась. Каре я себе уже делала, стригла. Я знаю, как это делать. Нужно два зеркала. И я это на видео запишу. Волосы намочу. И постригусь, потом уже покрашусь, как раз краски мало истрачу. Я вообще долго насчет каре думала, волосы путаются, мне неудобно, длинные почему-то мне не хочется. Поэтому все равно сейчас под шапкой. Хочется каре, его удобно укладывать, шампунь для объема взять. В общем, я параллельно сейчас вот и ногти делаю. И когда доделаю ногти, буду вечером краситься. И наносить буду еще последний штрих, моментальный загар. Перед этим нужно будет отскрабироваться. Скрабы у меня, кстати говоря, я опять продаю косметику дома, потому что все девчонки запросили. Поэтому мы поставляем на Валберес и на Казань. И теперь домой. Скраб вот у меня вот из этой серии, только малиновый. Вот такой вот, я его уже открыла, очень приятно пахнет. Поэтому я хочу их попробовать, отскрабировать все тело и сделать моментальный загар. Здесь будет часть видео прошлого. Ну вот кожу я вам покажу, она у меня вот такая вот белая. Весь моментальный загар у меня уже стерся. Мне нужно отскрабировать кожу, побриться, ножки, чтобы гладкие были. И все, можно наносить загар. Это буквально 5 минут. Покажу я вам, как я наношу на ногах, потому что наносить нужно будет на голое тело, естественно, и потом через 8 часов его смывать, но это позже. А сейчас я сделаю ноготки, к вам вернусь. И далее мы будем делать бровки и красить. Вот у меня фокус не хочет фокусировать. И красить волосы и стричь их. Поэтому попозже с вами встретимся. Я начала видео. Всем приятного просмотра. Я решила донарастить ногти. Сделала один вот такой. В общем, решила попробовать первый раз вот такой полигель. Купила для него вот такую вот жидкость, чтобы формировать. Потом далее вот такой вот это как основа. И все, и закрепляем вот этой вот топом. А для наращивания я взяла вот такие вот формы, потому что у меня здесь некоторые ногти сильно поломаны. Вот сейчас сижу делаю, потом вам покажу, что у меня получится. Я решила оставить в такую длину, а тот переделал ноготок. В общем, решила подлиннее сделать. Все выровняла с первого раза. Все вроде ровненько получилось. Сейчас покрою и покажу, что получилось. Ногти готовы. Вот так вот они выглядят. Такие вот аккуратненькие. Нарастила. И что я тут обнаружила? Мне Сережа тут купил ножницы. У меня нет ножниц для стрижки. И я заказывала, я думала, это одна штучка, а оказывается, в упаковке вот так было. 8-0 цвет. Я заказывала краску на Валбересе, оказалось, что упаковка 2 штуки идет набором, и я заказала 4, у меня теперь их 4. Сейчас, не знаю, одна уйдет или 2. Сейчас потом раскрою, посмотрю, что внутри, как красится, и возьмет ли цвет. Я намочила голову для того, чтобы мне уже начать стричься. Сейчас поставлю стул. И что еще? Сзади тоже зеркальце, чтобы мне было видно, как мне стричь сзади. И все, будем стричь сейчас.
Выпрямлять грязные волосы – это так себе удовольствие, потому что, ну, они такие прям не очень. Ну, в общем, сразу отвечу, почему я решила постричь сама. Потому что я уже так стриглась сама, помню, и мне очень нравилось. Смотрите, вот все ровненько. И я хочу сейчас выпрямиться, посмотреть, все ли у меня идеально получилось. Если где-то что-то недочет, то их как раз скорректировать. Единственное, вот здесь еще волосы коротенькие немножко, но они отрастут. Они у меня всегда тут короткие. Что еще? Сходила я однажды в салон, и хотела я тогда пепельный холодный блонд, но меня покрасили за 4000 эстерской краской обычной. Еще сказала она мне, что давай покрасимся с тобой посильнее, красочку возьмем фиолетовым оттенком. И чтобы у тебя потом со временем он смылся и был идеальный. Ну, вышла я, в общем, вот как, знаете, раньше, я не знаю, чем красились женщины фиолетовые. Смотрите, что у меня получилось, вам видно будет. Вообще, мне очень нравится. Вот так небольшой склон, но сильно не хочу, потому что боюсь. Здесь уж совсем они короткие у меня остаются. И то, мне кажется, я не все сухие волосы обрезала. Вот, я сейчас смотреть, сейчас посмотрим. В общем, выровняла прям немножко вот здесь подлиннее, потому что если сделать длинные слишком там здесь, то мне не нравится, когда она не на удлинение идет, а просто каре. Просто каре я не люблю. Так, что дальше? Главное, что еще волосы забираются. Что я хотела? И попросила, она мне говорит, у тебя тут сухие волосы, давай, чтобы ну, все смотрелось идеально, мы с тобой пострижемся. Подровняемся. Говорит, я буквально там миллиметрик уберу. Она правда там убрала миллиметрик, но в чем же прикол? В том, что за этот миллиметрик она взяла 900 рублей. Как бы у нас на автозаводе не берут. Это не центр города. И не выключилась камера. Идет запись, да. Вот. И после таких изменений за 5000 рублей я больше не хожу и делаю то, что мне нужно. Потом, на следующий раз, когда я опять же захотела блонд, я купила какую-то краску, только не помню, какой, она мне так понравилась. И у меня получился без фиолетового оттенка идеальный блонд. Хотя с того раза с фиолетового я думала, я не выведу никогда. Но я прям была довольна. Я подумала, зачем я буду опять отдавать 5000. Думаю, стрижка, если не получится, получится неровная, я схожу, попрошу, чтобы мне подровняли. Но все вот идеально. Еще вот волосы бы вот эти вот отросли по передние. Было бы вообще супер. Вот как я смотрю, мне прям все нравится. Сейчас я высушила голову, выпрямила. Ну, чтобы посмотреть стрижку. Если меня все устроит, нигде не нужно корректировать, то я тогда начну краситься. Хочется какой-нибудь такой оттенок, немножко посветлее, чем у меня был. Так. Укладываться я особо не буду, но мне главное посмотреть, что у меня тут все ровно. Да, все ровно. В общем, вот так я весело сходила, постриглась, поэтому и покрасилась. Как-то стричься вообще не собиралась. Вышла фиолетовая, прям никуда не уходила, помню, потому что, ну, это прям было, мне надо было куда-то еще ехать на ресницы, что ли, мне так было стрёмно, потому что это был ужасный оттенок. Совсем не то, что я хотела. Блин, волосы, когда грязные, не укладываются. В другую сторону загибаются. Что ж ты, а? Ой. О! Так. Ну, в общем, сейчас посмотрим. Так, 6% окислитель и сама краска. Сначала, наверное, я одну разведу.
Девочки, с одной банки у меня получилось... Ой, с одной краски у меня получилась целая банка. Я таких 4 купила. Я могу чуть-чуть ее покрасить. Смотрите, сколько много получилось. Сейчас будем краситься. Ожидаем 40 минут, но, опять же, мне кажется, ничего не меняется, как и в тот раз. Поэтому, если в этот раз опять будет тот же оттенок, как у меня был, а не чуть светлее, тогда я буду брать не 8.0, а 9.0. Потому что что-то как-то опять ничего нету. Но мне кажется, все равно немножко светлее, чем у меня было. Поэтому посмотрим. Ждем. Так непривычно короткие волосы так быстро красить. Все, жду и покажу вам результат. Вот такой вот у меня цвет получился. Я забыла вам показать. Ровно все. Здесь они уже не такие белые. У корней тоже все ровно. В общем, краска мне понравилась. Не то, что я красилась в том месяце. Было ужасно. В этом мне понравилось. Мне осталось сделать бровки и сходить на ресницы. Через 3 дня как раз я все успею. Покажу вам еще, как я снимаю ресницы. И брови я вам уже показывала в каком-то видео. Стрижка получилась ровно. И сейчас я делала масочку, но это я покажу позже вам. По поводу загара я не стала показывать, как я его наносила. Но попозже я вам покажу, как его примерно наносить. Потому что нужно наносить в нижнем белье, либо без нижнего белья, как вам нравится. Вот я его смыла. Сейчас загару 2-й день. Оттенок есть, немножко смылся, и единственное, вот здесь вот было пятнами, и его нужно через 8 часов обязательно смывать загар, потому что если вы загар не смоете, то он потом тоже будет пятнами. Руки смываются все быстрее, но можно еще нанести, ноги тоже смываются все быстрее, и вот именно этот загар не смывается сильно пятнами, то есть для лета он подходит. Главное прокрасить локти, прокрасить сзади на ногах ровно, и это все лучше делать варежкой. Если нет варежки, то будет неровно точно. И лицо смывается, вот уже сегодня смылось, потому что я пилинг сделала. А с шеей не очень заметно разницу, я не вижу прям, чтобы какой-то ужасный был переход, как, допустим, я делала моментальный загар у девушки, там прям ужасно он смывался, поэтому загар мне нравится. Единственное, что у него такой вот, знаете, запах не очень приятный, не сладкий, поэтому к запаху нужно привыкнуть, он тоже где-то через 2 дня смывается. И нельзя мыться мочалкой, когда вы делаете моментальный загар, потому что он тогда будет сходить неровно. Скрабами нельзя пользоваться и мочалкой. Это вот важные моменты.